Ребята, всем привет! Давно не выходили видео, потому что, блин, занят. На работе был долго. Ночью уходишь, блин. Ночью приходишь. И вот, сегодня суббота, и посмотрите, что у нас. Потекло отопление. Потекла вот эта вот хрень. Вот это. Вот, видите, между резьбой и вот этим пластиком. Вот купили новую такую штуку. Вот. Ну а теперь же смотрите, там же давление сейчас. Ну, мы давление это спустим немножко, так, в котле. Вода уже остыла. Вот. Но все равно я ж не буду сливать полностью отопление. Там вода уже стала нормальная. Но это ж она уже, как это стала, ну, короче говоря, активировалась. Жалко эту воду терять. А то будет это, как оно, как в кофемашинах бывает. Ну, блин, не сульфатация. Как, ребята? Да, короче, кислота. И смотрите, вот придумал такую штуку. Сейчас покажу, как это все работает. Смотрите. Это будет затычка. Потому что там в интернете многие берут, хлебом затыкают. Ну, это ж как-то несерьезно хлебом, да? Я сделал вот, смотрите. Патрон вот такой вот был. Затычка. Шлангочка была силиконовая, кусочек. Ниппель с автомобиля. Вот я шлангочку вставил, хомуты из проволочки сделал. Вот. Теперь мы можем накачивать, да, эту штуку насосом. Теперь смотрите, как я сделал. Нам надо заткнуть, да? Мы берем. Сейчас я заново подкачаю. Качаем. То есть мы можем, смотрите, вставить в трубу вот эту всю приспособу. Потом взять, вот так вставить насос, накачать, убрать. Она вот так вот будет, этот пиптик у вас вот так торчать. Вот. Потом припаять. Припаять тяжело. Вот эта штука торчит. Когда мы накачиваем вот этим насосом, я не могу дальше ее вдруг всунуть, понимаешь? А вот этот пиптик торчит. И он, зараза, не даст мне вот тут припаять, видишь, упирается в этот болт. Поэтому придумал, что сначала накачать не сильно. Давление ж там не будет сильного. Потом мылом это все смазать, вставить. Ну, короче, показываю. Меньше слов. Меньше слов, больше дела. Блин, так выходные проносятся, а? Быстро. Так, не сильно, чтобы не порвать. Оп. Ай, блин. Надо быстро вытащить. Да, блин. О, вот, видели? Вот, иди сюда. Проверяем. Не спускает нигде? Нет, не спускает. Теперь смотрите, берем мыло. Намыливаем это все. Вот немножко приспустить, не влезет такая штука. А ну такая влезет. То есть видите, для любых диаметров, да, подойдет шлангов. То есть шлангов этих. Как они называются? Ой, блин! Перекачал. Перекачал. Что я мелю? Перекачал. Не докачал. Переспустил. Короче, мне что-то путаться стали мысли и слова. После инфаркта. Это так и должно быть. У всех после инфаркта. И ковида. Путаются мысли и слова. Андрюх, ну так нормально. Слишком плотно, да? Не знаю. Лезет такая. Да, четко. Меня YouTube не забанит, что я показываю так вот. Так, смотрите. Опа, до конца теперь можно. Вот так до конца засунуть. Ага. Фиг там. По-моему, и давление выдержит. Потом, смотрите, паяем это все. Вот. Паяльником, как обычно, припаяли.
А потом надо же достать это все. И вот сделал. Да вот из трубочек. Нашел старый ниппель. А блин, а что ж ты с рук валишься-то, а? Андрюха, подходи сюда. Блин, ребята, вот так вот спешишь. Выходной заканчивается так быстро. Показать, что это. Ниппель старый с машины. Вот, это какой-то лежал тоже с ниппелей старинных. Добавочный когда-то в скутер делал. Короче, кусок резьбы. По длине вот так вот получается. Андрюха, понял, как я сделал? Понял? Теперь смотри. Когда вот это все будет собрано, мы берем вот так вот, идем туда, раз так, зацепили и тянем. Чпок и вытащили, понял? И все. Ну, сейчас надо будет это дело проделать уже в паяльнике. Все, пока выключаю паузу, прогреем. Так, ребята, дальше без слов. Все, только не отвлекайте меня, хорошо, вопросами. То есть поняли, надутую вставляю. Все. Держит. Так, теперь надо. Надо теперь это. Тряпкой вытереть все. Ладно, вот тут сладик, Андрюха. Все, видишь, вот эту старую отрезал. Так, вот пробка. Это просто у меня для слива было. И вот такая бракованная зараза попалась. Говняшка. Так, все, это пробочка просто. Теперь надо все просушить. Припаять, сейчас паяльник нагреется. До 200 я не помню, до скольки я нагревал. Ну ладно, пусть будет 200, да? Так. Ну все держит, смотрите, как классно. Даже давление сейчас там. Видели, как свистало? Чуть-чуть надо дальше. Да зараза. Выдвигается. Ну ничего, я думаю, вот этим паяльником втолкнуть, да? И все будет нормально. Все, сейчас нагреется. Нагрелся, да? Довольно-таки быстро. Да. Я вот не помню, может 250? Давай чуть больше. Все должно быть сухо. Иначе сам знаешь. Будет плохая пайка. Правильно? Так. Поехали. Опа. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. Ну как? Классно? Всего лишь воды потеряли. Видишь, сколько? Немножко. Андрюха, сам теперь сможешь, да? В следующий раз сам. Он уже выдвинулся даже. Смотри. Ну как, ребята, пойдет? Мама! Мама! Давление классно. Ёшкин кот. Все! Ребятки, вот и все. Все, это так, ну не пока говорю всем. Следующее видео у нас, ребята, вот доснимаю. Блин. На Новый год купили мы такую классную штуку, покажу вам вверху. Смотрите, мороженица. Следующее видео будет. Длиной в 3 месяца снимаю. Как мы мороженое делали, я хочу ее разобрать. Посмотреть, что там внутри.
Все, всем пока. Когда устал заниматься. Не можешь больше, да? Все, отбегал. А, так включить тебе, что ли? Включить, да? Ну, давай хоть так покручу. Не пойму, что ты хочешь. Владик, что он хочет? Включить ему, что ли? Так он так даже не умеет бегать. Ну, давай, бежи. Бежи давай. Бежи, котенок. Бежи, ты же толстый. Тебе надо худать. Давай, занимайся. Ах ты бессовестный.